Здравствуйте, ребят! Сегодня мы продолжаем раздел «Спортивные игры. Баскетбол». Тема сегодняшнего урока – лидерские добровольные роли. Цель урока – создавать и применять креативные комбинации последовательности движений в различных видах физических упражнений. Напоминаю вам о технике безопасности при занятиях физическими упражнениями. Во-первых, проветрите комнату, оденьте спортивную одежду, уберите из комнаты все опасные, колющие, режущие предметы, которые будут мешать вашим движениям, и также попросите маленьких детей покинуть комнату. Начинаем комплекс общеразвивающих упражнений. Первое упражнение. Основная стойка. Руки на пояс. Наклоны головы на счет раз вперед, два назад, три влево, четыре вправо. Исходное положение принять. Упражнение начинаем. Раз, два, три, четыре. 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 И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение. Рывки руками. Исходное положение. Ноги на ширине плеч, правая рука вверху, левая внизу. Упражнение начинаем. Раз, два, три, четыре. 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 И раз, два, три. Закончим. Следующее упражнение. Наклоны туловища. Исходное положение. Ноги на ширине плеч, руки на пояс. На счет раз наклон. На счет раз два наклон. Влево с движением руки вверх. На счет три, четыре то же самое вправо. Исходное положение применять. Упражнение. В левую сторону начинаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Наклон ниже. Раз. Два, тянемся за рукой, три, четыре, раз, два, три, четыре, руки прямые, раз, два, три, четыре, и раз, два, три, закончили. Следующее упражнение, приседание, исходное положение, руки на пояс, ноги вместе, руки на пояс. На счет раз, приседаем вперед. На счет 2, исходное положение. 3-4, то же самое, исходное положение. Упражнение, исходное положение принять. Упражнение начинаем. Раз, два, три, четыре. Пятки от пола не отрывать. Два, три, четыре. Держать спину ровно. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончим. Следующее упражнение. Исходное положение. Ноги врозь, руки на пояс. Наклон. На счет раз наклон левый. На счет два вперед. На счет три наклон правой ноги. И четыре. Исходное положение. Упражнение. Исходное положение. Принять. Ноги в руку на пояс. Упражнение. Левой ноги. Начинаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ноги в коленях не сгибать. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Тянуться до конца. Четыре. И раз, два, три. Закончить. Подняли руки вверх. Вдох. Опустили руки. Выдох. Основное дыхание. Вдох. Выдох. Еще раз глубокий вдох носом. Выдох. Так, следующее упражнение. Махи ногами. Исходное положение ноги брось, руки вперед.
три, четыре и раз, два, три, закончили. И разомнем с вами руки перед основной частью урока. Кисти в замок, разминаем кисти. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Различные движения кистями. Круговые движения кистями внутрь. Четыре, наружу. Четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И полностью прямыми руками. Четыре. И раз, два, три, четыре. Вперед. Раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три, четыре. Вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Два, три, четыре. Подняли руки вверх. Вдох. Выдох. Еще раз учим. Вдох. Поднялись на носочки. Выдох. И последний раз. Вдох. Выдох. Переходим к основной части. Thank you.